с утра отвела детей в школу, в сад. Это Саня, это Ирвис. Ну, что ты так долго собралась? Все за компанию вылезти было, поэтому едем поздно. Это я долго собер... Вези меня скорее. Вещей только набрала. Пойдем со мной. А ты точно муж? Да, скажи что-нибудь на мужика. Посмотрим. По ситуации. Примерная хозяюшка. Ложка, кусочек хлеба, термос в супе. В этом... Термос в супе? Ту, ну суп в термосе, да. У меня в этом плане, конечно, везуха, потому что я Сане ничего никогда не собираю, он не ест на работе. То есть у нас был, конечно, прикол с этими ланчбоксами, там я ему какое-то время собирала, но когда спустя неделю он мне притаскивает все в плесени и вообще их выкинуть охота, поэтому мы перестали вот это практиковать. Так, ну и в итоге у нас какое резюме-то? Не будем, да, канал заводить с мастер-классами? Нет? Еще учиться, учиться и учиться. На эту тему, на самом деле, можно много чего сказать. Очередная Нарния. Резюме. Явление красоты народу. Такой какой-то волшебный процесс. Не знаю, что задумал автор. Автор сам не автор. Блин, можно я для стоков эти кадры попотягаю? Вот так вот выкладываем. Нет никакой конкретной задумки, есть просто продукты. Поэтому сейчас идет примерка того, как бы это могло выглядеть. Ну вот, собственно говоря, поэтому, наверное, мастер-классы и невозможно записать, потому что мастер, который что-то показывает и рассказывает, он должен знать гораздо больше того, что он в мастер-классе своем объясняет и показывает. Он должен знать, что он делает, а я-то не знаю, что я делаю, я импровизирую. Так можно и назвать, знаешь, это мастер импровизации. Собираем букет. Вообще, у меня вчера была гениальнейшая идея. Надо было упаковку делать желтой и просто вот на клей насыпать черных семечек в середину вот этого круга. Получился бы подсолнух. Ну, декоративный, конечно, но гениально же, да? Красота же получилась-то страшная. Страшная? Страшная красота. Невероятная. Ну, очень красивый букет. Молодец. Молодец, старательная. На данном этапе история у нас с букетками пока завершена. Надо будет еще думать, что на ужин. И так убивает вот это вот, что на ужин. А если завтра идти дома, надо суп варить, и вот это вот все. Может, ты мешок купить? Ну и вот у нас начинаются, конечно, будни учи.ру. Вообще первый класс от этого, скажем так, защищен еще пока что. Но нам предложили поучаствовать в олимпиаде по математике. Всем первоклашкам, ну, вот только что прошли эту олимпиаду. И там еще какие-то бонусные задания с роботами. Что-то типа как вот программирование. Мирка сейчас этим всем занимается. Вроде как получается, да? Похоже. Ну, то есть строят алгоритмы, какие-то штучки. Получилось. Получилось. Все, следующую задачу делай. Три вниз, раз, два, три. Ну, а с Зоей мы потихонечку, не дожидаясь 6 лет, начали
кису Алису. Ну, то есть вот мы первый урок сейчас с ней прошли. Сегодня будем второй урок потихонечку проходить. Учимся соединять закрытые и открытые слоги. Тем временем девочки делают игрушки. Точнее, я. Мира, покажи за свою. Такая прелесть. Сшитая. Держи. Сшитое чудо. А тебя покажи. Это я тоже сделала. Тоже классный. Это ушки? Бабушка, у меня красивые глазки. Ушки здесь уже есть. А смотрите, какие у меня красивые глазки. Посмеемайте, какие у меня красивые. Очень красивые глазки, да. А мои смешные глазки. Да, мне тоже очень нравится. Бабушка, все пришли бабушка, встречать. Бабушка. Вы не хотели бы тапочки или носочки на ножки свои нацепить? Ну, судя по всему, нет. Привет. Заходи. Ну что, ты пешкошка? Нет. Ну, я часто пешком хожу, да? Такое есть. Так, чего у меня тут для вас есть? Ну, пастила, это понятно. Я не могу без пастилы. Затише, это тебе, да? С окошками? Это тебе гуашь золотой с серебряной краской. Это книжка, которую я мечтала. Девочки, выбирайте ручки. Пятчики и крестов. Да. А вот такие вот ручки. Ирбис, опять ты бьешь. Так, девочки, и вот такие вот переводные тату. Это переводные тату, вот здесь вот написано. Это на ручке можно делать. Ну, тут окошечки. Бабушка, ух ты! Алиэкспресс. Ух ты! Реально с окошками. Я люблю. Ой, немецкая. Это книга с окошками. Классно. О, обращаем внимание. Амбассадор фикс-прайса приехал, показывает новинки. Да. Слушай, а там в фикс-прайсе нет ли книжек для детей, которые, ну, знаешь, для самостоятельного чтения, ведь маленького формата, там одна сказка. Там много книжек, и книжки очень хорошие. Вот, с большим шрифтом, чтобы Мир прочитала сама. Хорошо. У нас в школе, короче, все уже заводим мы дневники чтения, мы сейчас Гену с Чебурашкой, она сама читает. Отлично. Вот, но нам надо бы, знаешь, маленьких книжек, чтобы вот было больше веса. Там про зайчика. О, зубы, да. Про зайчика. Синюю. О, ну не, зайчик Сеня у нас... А, я отдала все. У меня, знаешь, какая проблема? Я почти все детские книги отдала Аньке. Ну, потому что у нее мелкие дети. Оставила только другие. Так, как сделать? Как сделать? Значит, так, ладно, буду варить кофе. Ты тоже фикс спрайси? Ну да, конечно. Так, теперь перекладываем. Вот так вот на ручку, да? Да. Вот здесь вот будет. Чили. Теперь будем снимать. Не знаю, получится ли? Получится. Посмотрим. Все... Да, вытаскиваем. Ой, какая красота. Ну вот, пока тут с мамой сидели, я уже и ужин приготовила. Это очень вкусно. Да? Вот отказывается. Это очень вкусно. Это у меня картофель бэби запеченный со специями. Грибочки пожаренные. Вот так вот пальчиком. Вкусно. А вот тут... Зразы с грибами. Но зразы, правда, замороженные были. Ермолина купила. Это единственное, что мне нравится Ермолина вот из таких продукций. Попробовала несколько позиций, но эти больше всего понравились. Ну так вот, из грибов, интересно, конечно. Интересно, а Элика и Ермолина это одно тоже? Ну, у них, может, завод в одном месте какое-нибудь производство, или они выкупают у кого-нибудь что-нибудь, какую-то конкретную продукцию. Потому что у меня по пути с работы, я же пешочком хожу, потому что Марина заявляет. Каждый день. У меня по пути Элика. Вот там я покупаю всякие заразы. Угу. Мне же не надо готовить на семью большую. Она у меня в заморозочке хранится. Захотелось пожрать. Я вытащила одну. У тебя микруха есть, у меня нет. Да. Ну, иногда спасает, короче. Вот это все. А, ну и заразы, получается, в Элике одинаковые, как в Ермолино, да. Правильно? Удивительно. Ну ладно, надо погуглить. Да. Прощание. Сейчас, карантин. Ты что, болеешь? Так. Самый ответственный момент. Пес Ирбис, конечно же, пьет. Воду? Да. Ну, мне не жалко повторить. Та-та-та-та.
Та-та-та-та-та-та-там. Та-т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 а. Дождались. Я думала, что это матрас. Это не матрас. Это корсет. Серый. Серый корсет. Как он открывается? Ортопедический корсет реклинатор. Тут так, собственно говоря, и написано. Девочка, для чего? Для моей спины. Мы сейчас будем тестировать это все. Девочка, болит спина? Да, у меня болит спина. У меня. Говорят, его, правда, надо на одежду надевать, но мы сначала попробуем вот так вот, да? Это называется, я спортом не занималась сколько? Полгода, наверное, да? Я осенью получила травму, когда занималась дома спортом. Я месяц не могла поднять руки, но я в тот момент как раз не снимала ролики, поэтому это прошло мимо всех. Вот, поэтому я тут сейчас потолстела слегка. 5 килограмм набрала. Люблю пожраться. Подожди, а какой стороны ты? А, да, все правильно. Бочка, это у нас начинает не болеть? Это чтобы заниматься гантелями? Нет, это чтобы прямо спинку держать. Ну, вообще сгорбиться я могу. Может, надо сильно затянуть? Короче, я сейчас инструкцию почитаю. Ну, с этой штукой сразу скажу, что я... Чувствую, что мне это будет натирать, поэтому это стоит на одежду надеть. Вот. Сзади. Сзади это вот так сгорбится. Вообще могу. Вообще без проблем. Да, немножко как бы оно заставляет ровно стоять. Вот, но вот сесть вот так вот я могу спокойно. Саня тут приехала от сестры с подарочками на 23 февраля. Ну, какой же 23 февраля без носков? Надо было в середине там этот гель для бритья или что-то такое с конфетками. И вот такая классная штука. То есть я так понимаю, что она все тут крутила самостоятельно. Так, в упаковке, конечно, не видно. Тут и косичка, и... Фисташки, колбаски разные. А где ты такой? Свежие носки. Короче. Ты счастлив? Да. Черный брутальный букетик. Что тут уже травы дочи стоят? Да. Конфеты, конфеты. Нет. Спасибо. Большое, папа. Ага, золотая. Ага. Ждет. Тизин еще не подействовал. Рука загребущая, выбирай. Рано пока. Да? Тизин не почувствовал, не подействовал. Тогда я все забираю себе. Чтобы мне такого взять. Вот с этой стороны выбирать.